О городских событиях в программе «Вести Магнитогорск» в студии Анастасии Шменева. Доброе утро. Магнитогорский металлургический комбинат направил 2 миллиона 800 тысяч рублей на подготовку более 50 подшефных образовательных учреждений к 1 сентября. В этом списке школы, школы-интернаты и лицеи. Средства пойдут на приобретение строительных, сантехнических материалов и проведение ремонтных работ, сообщили в Управлении информации общественных связей ММК. Помощь городским образовательным учреждениям является традиционной для градообразующего предприятия. Тем временем в магнитогорских школах продолжаются текущие ремонты, в основном косметические. На капитальные работы денег нет. Побелка, покраска, кое-где незначительная реставрация кровли и замена сантехники. В 8-й школе срочно требовался ремонт санузла, поэтому всю шефскую помощь 100 тысяч рублей потратили только на это. А еще в этом здании необходимо поменять проводку, а также систему отопления. Учителя, говорят, замерзали всю зиму. Финансирование в этом году совокупное составило более 13 миллионов рублей. Это источники местного бюджета, областного бюджета, депутатские и средства Магнитогорского металлургического комбината совместно с благотворительным фондом «Металлург». Всего в приемке будут участвовать 62 школы. Итого, в среднем на каждую школу приходится чуть больше 200 тысяч рублей. Этих денег хватает лишь на самое необходимое. Почти на 13 миллионов рублей городские садоводы сдали излишки урожая заготовителям. Принимают сейчас в основном ягоду. Пункты организованы практически во всех крупных садах. Самые дорогие – крыжовник и смородина. Их берут по 50 рублей за килограмм. Годовой взнос в среднем в саду сейчас составляет 6 тысяч рублей. В нынешнем году урожай вишни, к примеру, огромен, и заработать эти деньги можно за неделю. Выходные, когда в садах многолюдно, сдают до 20 тонн ягод. Заготовители пообещали на следующей неделе начнут принимать яблоки, абрикосы и ранний картофель. Магнитогорск накануне наполнился колокольным звоном. Прихожане уже назвали событие акции, которую местная епархия проводит 4-й год в честь Дня Крещения Руси. Но сами священнослужители говорят, отмечать праздник, торжественные службы и теперь добрая традиция. Впрочем, этот день, 28 июля, всегда был особым в церковном календаре. Это дата памяти князя Владимира. И с этим днем соединено также воспоминание по решению архиерейского собора, воспоминание о крещении Руси. Потому что день этот в летописях, к сожалению, не отмечен конкретный, когда было. Есть повествование о событии. И для того, чтобы совершать это празднование ежегодно, вот постановлено решение на князя Владимира вспоминать то событие, в общем, благодаря которое перевернуло, наверное, всю историю нашего Отечества. Колокола звонили в течение получаса. Стоит отметить, что именно накануне Магнитогорская епархия отметила еще и 4 года со дня образования. Какая погода нас ждет сегодня, узнаем через несколько секунд. Я же с вами прощаюсь и желаю отличного дня. В Шампинвазе сегодня до 27 градусов тепла, в Кизильском районе днем столбик термометра поднимется до 28 градусов, а в Верхнеуральске воздух прогреется до 26. В Магнитогорске облачно без осадков, днем плюс 25-27 градусов.